Александр Егорович Назаров связал свою жизнь с электросетями 63 года назад. Когда устраивался на работу монтером, думал, что временно, а оказалось на всю трудовую жизнь. Сейчас он техник по ремонту и эксплуатации оборудования и по совместительству легенда Одинцовского филиала. По ремонту оборудования, ремонт трансформаторов, электрооборудования, вот, ремонт крыш, дверей. Ну вот сейчас заканчиваю, наверное, до марта месяца буду уходить. В Мособлэнерго работают не только ветераны труда, как Александр Егорович, но и представители трудовых династий. В минувшем году в Одинцовском филиале предприятия было выделено более 3 миллионов рублей на различные социальные выплаты. Такую поддержку руководства сотрудники ценят, поэтому ответственно относятся к выполнению своих обязанностей. Это из года в год подтверждают итоговые отчеты. Прекрасные достижения, прекрасная работа по инвест-проектам, по ремонтной программе. То есть хороший коллектив, сплоченный персонал. Тут вообще претензий никаких нет. В 2018 году Одинцовским филиалом Мособлэнерго более 35 километров линий электропередач было построено. Еще почти 24 реконструировано и 23 километра отремонтированы. Модернизировано 19 трансформаторных подстанций, на 33 проведен ремонт. Провели капитальный ремонт сетей в микрорайоне. Новая трехгорка, старая трехгорка. Переустроили сети на новой эстакаде, подключили крупные жилищные комплексы, как Измалково недвижимость, Одинбург, Одинцово, Один и многие-многие другие крупные объекты. Общая аварийность сетей в минувшем году в нашем филиале Мособлэнерго снизилась на 10%. Например, в производственном отделении в Одинцово произошло 159 технологических нарушений, что значительно ниже показателей 2017-го. Мы смотрим на оперативность реагирования на отключение технологических нарушений. В этом году это составило 1 час, прекрасный показатель. То есть в течение 1 часа все потребители у нас всегда со светом. Поэтому сегодня видели в презентации, что всего 2% жалуются на энергоснабжение. Думаю, неплохо поработали. В 2018 году Одинцовский филиал Мособлэнерго справился со всеми поставленными задачами. В 2019 они принципиально не изменятся. В приоритете по-прежнему будет обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и дальнейшее развитие сетей. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».